Ну что, Нопкин? Я тебе обещаю, братан, этот мир будет наш. Наш это чей? Мой и твой? Ну наш это значит наш, Нупкин. Ты на него просто посмотри, насколько он красивый. Полностью согласен, Лёня. Да кто на моей арене расставляет огромную кучу сундуков? Это меня реально уже бесит. Тут точно никого нету? Вроде здесь безопасно. Ха-ха, ура, наконец-то я дошел до самого края света. Тут-то меня никогда не достанет сундук. О, нет. Все, последний сундук. А, капец, я устал. Лёня! Лёнь! Ты что там делаешь такое, Лёнь? Ты что... Зачем ты сюда поставил машину? Все, спасибо, до свидания, мистер таксист. Да, пожалуйста, с вас 1000. Ага, так, сейчас, секунду. А, есть 100 рублей, займи по-братски. Лёнь, какие 100 рублей? Давай это... Дверь закрывай от машины, здесь же нет никого. С кем ты разговаривал, сам с собой что ли опять? Да все, я поехал от тебя. Ты едь. Куда, в принципе, хочешь. Ладно, в общем-то, идем на мою арену, ребята. Эта картинка висит не зря. Давайте я выключусь в Дискорде, чтобы Леня меня не подслушивал. И, наверное, вы все вот это увидели. Куча странных блоков, с помощью которых я сейчас... Не понял. Ой, он что, за мной подсматривает? Лёня, зараза ты такая, а ну-ка, ушел отсюда быстро. Сейчас смотрите, я несколько блоков расставлю. Это он спрятался, да, так, зараза такая? Так, ну все, это уже терпение мое лопнуло, так стоять, задница шоколадная. Давай-ка я тебе помогу, жалко, он меня сейчас не слышит. А-а-а, отпусти, Владус, и ты тут что ли? Ага, я тебе помогу добраться до твоей арены. Отпусти, нет, не надо. Надо, Лёня, надо, давай. Вперед, шуруй! Надеюсь, у него все получится, и он долетел. Леонид Андреевич разбился насмерть. Но не долетел, бывает. Смотрите, что я сейчас делаю. Это будет самая необычная схема, которую вы когда-либо видели. Она работает на лазерах, потому что это будет реальный. А я вам не скажу, что это будет. Пока вы лайк не поставите, я вам не могу сказать. Так что давайте, ребята, сейчас жмите на кнопку лайка, и вы узнаете, что сейчас тут происходит. Для начала пойдемте за мной. Мне нужно добежать до магазина игрушек. 5 минут спустя. Эй, привет, молодой! О, привет, давно не виделись. Слушай, мне как раз нужна эта игрушка. Зачем? Да там, для одного дела, не спрашивай. Вот тебе 100 рублей, я, пожалуй, заберу эту игрушку, можно? Нет, 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 подожди. Давай я тебе дам со склада самую новую. О, давай, конечно, я буду не против. Но мне она нужна очень срочно. Давай уже, пожалуйста, сейчас. Вот, держи. Ого, спасибо большое. Ну что, 100 рублей хватит? Конечно, забери свои 100 рублей. А, еще и 100 рублей в подарок. Ладно, это самый лучший магазин игрушек. Ладно, мне пора бежать на мою арену. Смотрим всю схему, как оно делается. Добавляем немножко вот такой вот столбик. И смотрите, наши лазеры выстраиваются. И это все не просто так. Сверху мы ставим блоки. Мы их немножечко закрепляем. И на самом деле практически все готово. Осталось совсем чуть-чуть. Смотрите, тут мы доделаем схему вот так. Ну и вроде как это должно работать. Но прежде чем полностью запустить эту машину, я должен сюда поставить ту самую игрушку. Можно сказать, тот самый прототип. И раз, готово. Все, он у нас стоит здесь, а значит, все должно работать. Так, теперь мне нужно напечатать одну программу. Подождите секундочку, а вы пока лайк поставьте. Ну, мне нужно реально это срочно. Так что, ребята, пока ставьте лайк. Выполняется подключение. Смотрите, все должно сейчас работать. Подключено. Отлично. Моя огромная машина подключилась, но для начала мне нужно прописать... Блин, она немножко ударяется током, но это нормально. Пока я пишу кодовую программу, вы поставьте лайк на этот ролик. Мне осталось, если что, немножко еще. Подождите. 5 минут спустя. 95%. Все, ребята, осталось чуть-чуть. Уже начинается загрузка. 97%. Еще немного, и машина заработает. А я вам сразу сказал, что за этот способ надо поставить лайк. Вы просто офигеете, что произойдет. 99%. Давай, давай, начинай работать. 100%. Ура! Теперь мы просто наблюдаем сюда. Обалдеть! Смотри,
смотрите, оно само делается, я вообще ее не трогаю. Офигеть, все готово. Полностью паровозик Томас перепечатался на моем 3D принтере. Посмотрите, вот оригинал, а вот моя постройка. Но это еще не все. Мсье, присаживайтесь. Стоп, что это там Леня делает? Мне сейчас этот паровозик понадобится, но мне стало очень сильно интересно. Я хочу за Леней немножечко подглядеть, с кем он разговаривает. Так, пойдемте-ка до его арены. Я надеюсь, вы лайк поставили, а то сейчас я буду как бы это делать немножечко противозаконно. Поэтому заберемся-ка мы сюда аккуратно и посмотрим. Это еще что такое? Рад вас видеть в столь замечательный день. Чего говоришь? Я тебя немножко не слышу отсюда. А, не слышишь, да? Передай мне, пожалуйста, хлебушек. Чего-чего? Я говорю, хлеб передай, пожалуйста, он далеко до меня. Все, услышал, хлеб. Да передай ты уже, пожалуйста, этот хлеб. Лёнь, но он же близок к тебе, а не ко мне. В смысле? Передай хлеб, быстро! Лёнь, конечно, передам, сейчас, секундочку. Это что, они что, совсем там уже крышей поехали? Ладно, лучше бы не подсматривал. Ребят, ну вот зачем мы каждый раз подсматриваем? У него там каждый раз фигня какая-то происходит. Так, быстренько забираем моего паровозика Томаса. И сейчас я кое-что сделаю. 5 минут спустя. Теперь будет немножечко магии. Сейчас мы из этой мелкой постройки сделаем самого настоящего Томаса. Вы точно готовы? Только не подсматривайте. Эхалай, махалай, Томас, вырастай. Воу, все получилось, причем выглядит это эпично. Но я не зря набрал все эти инструменты себе в инвентарь. Знаете, для чего мне это нужно? Для чего? Что, Арбузкин? Ты откуда тут взялся? Я? Оттуда. Оттуда? Ну так иди обратно туда. Не, закрой глаза. Ну ладно, давай. Закрыл. Видишь, темнота. У меня так же. И чё? И еще я слово не могу отгадать. Ладно, пока. Слово? Так это слово вообще легко угадать. Напишите в комментариях, какое слово у вас получится отгадать из этих букв. Я думаю, что вы все справитесь. О, ничего себе, мне тут Арбузкин сделал. Вы видали? Этого дыма не было. А Арбузкин мне его как-то сделал, пока я, видимо, глаза закрыл. Вот зараза такая. Давайте так, мы включим сейчас режим креатива. Подлетим вот сюда. И смотрите, что я хочу сделать. Да, вы все правильно поняли. У нас будет самый настоящий реалистичный паровозик Томас. О, ну почти. Я все. Нужно ему сделать немножечко красивые брови. Да так, чтоб Леня вообще офигел от моей постройки. Я считаю, что мы с вами сегодня сделаем самую-самую крутую постройку в мире. Давайте так, вы поставите лайк, и те, кто поставил лайк, выиграют эту битву вместе со мной. О, отлично. Теперь мы немножечко дополним ему глаза и добавим милую улыбку. Готовьтесь увидеть, что у меня получилось. О, вы посмотрите. Смотрите, это самый милый паровозик Томас, который вы когда-либо видели. Ну гляньте на него, ну шикарно ведь. Пойдемте посмотрим, что там у Лени. Он же как раз уже все закончил. Нужно только включиться в Дискорде. Лень, ну что там у тебя, покажешь? Ты что тут делаешь? Я бы сыграл тебе на гитаре, но... Но я не умею. Лень! Ты мне постройку свою покажешь, нет? А, угу. Ну давай, Лень, ты что-то какой-то странный сегодня. Лень! Ну окей. Не обязательно было падать на самом деле. Это еще что за дела? А, что ты построил, Лень? Это что, паровозик Томас ребенок? Да. Лень, это выглядит крайне странно. Я думал, что у тебя постройка будет получше. Нет, я вам, ребята, сразу сказал, если вы ставите лайк, то вы выигрываете вместе со мной. Поэтому те, кто поставил лайк, выиграли в этой битве. Я что, проиграл? Да, ты проиграл. Ну и лети ты вниз. Давайте так, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новую серию. Вот здесь кнопка подписаться. Нажмите на нее прямо сейчас, чтобы не пропустить новые видео. А пока что посмотрите другие видео на канале. Они все находятся здесь. Кликайте. Пока.